сценарист любимых фильмов «Не горюй», «Мимино», «Кин-дза-дза». Художник, скульптор и режиссер Резо Габриадзе в первый раз на большом экране расскажет о том, как он в детстве дружил с Лениным и Сталиным, о чем он болтал с лягушкой, как грыз науку с крысой, чем он помог кудаистскому авторитету, как победил Гитлера. В фильме «Знаешь, мама, где я был?»